Это фильм 14+, Андрея Зайцева, «No Comment» Артема Темникова, «Ангелы революции» Алексея Федорченко, гость Дениса Радзимина, «Инсайт» Александра Котта, «Находка» Виктора Демента, «Парень с нашего кладбища» Ильи и Антона Чижиковых, «Пионеры» герои Натальи Кудряшовой, «Про любовь» Анны Меликян, «Синдром Петрушки» Елены Хазановой, «Спасение» Ивана Вырыпаева, «Страна 03» Василия Сигарева, «Тряпичный союз» Михаила Мистецкого и «Чайки» Эллы Манжеевой. Всего в этом году на участие в основном конкурсе киносмотра было подано рекордное число заявок – 81. Также традиционно пройдет конкурс «Кинотавр. Короткий метр», на который было подано более 300 заявок. Определять победителей будет оператор Юрий Клименко, сценарист Николай Куликов, продюсер Наталья Мокрицкая, гендиректор «Кара Премьер» и «Кара Прокат» Алексей Рязанцев, актер Андрей Смоляков, актриса Олеся Судзиловская и кинокритик Петр Шипотинник. Председателем жюри стал режиссер Алексей Учитель. 26-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет с 7 по 14 июня на традиционной площадке в Зимнем театре.